Вторым по важности после хорошо сваренного риса является его заправка. Обязательно после того, как рис сварится, мы его зальем суши-соусом. И сейчас я покажу, как это делается. Для того, чтобы его приготовить, мы берем рисовый уксус. Он в таких бутылках продается. Есть вот такой марки Кикамоцу Су. И есть еще Мицкан, который используется в большинстве ресторанов Москвы. Они аналогичные, очень похожи по вкусу. Если делать правильно по той рецептуре, которую я вам скажу, у вас будет получаться такой же рис, такого же вкуса, как в ресторане. Потому что в первую очередь вкус придает вот именно заправка с рисовым уксусом. Для того, чтобы его приготовить, мы также будем пользоваться весами. Пропорция риса и уксуса. На килограмм готового риса 150 грамм суши соуса. Поэтому мы будем делать примерно полбутылки. Я наливаю 250 грамм уксуса рисового. Это уксус из экстракта риса. Да. После этого засыпаем 200 грамм сахара. После этого мы досыпаем туда грамм 30 соли. Полная пропорция у вас сейчас появится на экране рецепта суши-соуса, чтобы вы могли делать столько, сколько вам надо. И после этого мы ставим его подогреваться. В нагретом виде сахар и соль быстрее растворяются. И тогда они намного лучше, быстрее мы сможем его приготовить. Но можно сделать очень быстро этот соус, даже не нагревая. Просто дольше придется мешать. Если вам нужно срочно сделать соус для риса, заправку, то вы быстро размешиваете ложкой это все. И у вас там меньше, чем за полчаса он будет готов. С нагревом это занимает немного больше времени, потому что надо дать ему немного остыть. И мы вот так мешаем до растворения сахара и соли, чтобы получилась прозрачная жидкость. В готовом виде соус для суши желательно хранить не больше месяца. Поэтому делаем не целую бутылку, не, там, не литр этого соуса, а на 2-3 приготовления суши. То есть немного. Вот вы можете посмотреть, сахар и соль растворились. Все прозрачное стало. Теперь мы выключаем газ. Даем ему остыть.